Приветствую всех у себя на канале, дамы и господа, у микрофона, как обычно, Бог, и давненько у нас не было роликов по сайту Case for Real. Да это тот самый сайт, с которого я начинал свою карьеру на ютубе, пацаны. У меня реально, с самого первого, когда этот сайт еще был на редизайне, когда он был старенький и вот прям дико-дико разносил, тогда я записывал по нему ролики, это еще было 4 года назад, то есть этот сайт просто легендарный. И сегодня я закинул 3200 рублей для того, чтобы проверить, что здесь до сих пор еще падает. Что можно выбить, проверить какие-нибудь плюшечки и вообще просто подкрывать кейсы на чем-то новеньком. Потому что старые сайты, ну, задалбывают иногда, пацаны, хочется пойти на какие-то новые, посмотреть, что там падает, и, в общем-то, проверить шансы. Если вам понравится ролик, обязательно ставьте лайки. Но для пущей мотивации предлагаю вам поучаствовать в моем новом конкурсе на 154 рубля на ваш Киви-кошелек. И для того, чтобы, собственно, принять это самое участие, вам нужно написать к этому ролику 1222 комментария. А уже завтра в моей группе ВКонтакте, как обычно в прямом эфире, я подведу итоги. Ну а ты, друг мой, прямо сейчас бери чаечек, печенюшки, ставь лайк этому ролику. Ну а мы начинаем. Погнали! 3200, парни, нам нужно что-то сегодня выбить. Вообще у них есть вот три вкладочки, это контракты, это апгрейды и конкурсы и раздачи в группе ВКонтакте. У них есть еще соцсеть в Ютубчике, в общем-то в описании оставлю ссылочку на проект, ребята, можете перейти и ознакомиться. Что у нас по профилю вообще есть? Мои самые лучшие дроп это перчи. Далее, ссылочка у нас есть. Вот сколько статистика кейсов открыто, профиль Steam, в общем-то все понятно. Теперь хочу сказать следующее. Мы сегодня, опять же, ребята, промокодик в описании будет на халяву бог 12, ну, вы все знаете там. Сегодня нужно что? Сегодня нужно с 3000 сделать что-то интересное. Смотрите, сразу же, что бросается в глаза, это скидки и новинки. Остался один день, пишут. Эмочка какая-то, можно открыть. Давайте звук, наверное, офнем, потому что сейчас как фиганят. И попробуем сразу открыть. Ну, не, ну один раз. Давайте начнем. А, ну мы быстро открыли, вот она кнопочка, я вот аккуратненько ее сниму. И давайте попробуем, посмотрим, как это все выглядит в медленном режиме. Эмочка Хрусталь, к сожалению, пролетает. До рыцаря, понятное дело, не долетает. Но, между прочим, Burl Forest стоит 182 рубля. Это вот мой английский, заценили. Ладно, мы обязательно сегодня сделаем контракт обмена. Ой-ой-ой-ой-ой, ну опять пролетает хорошая эмка, выпадает такая, но хорошо. Сделаем контракт, сделаем апгрейд, ребята, в общем-то, ну просто поиграем на этом сайте. Посмотрим, что здесь можно выбить, что-нибудь сочное, может мощное упадет, как бургеры в Блэкстаре, как говорится. Но пока что, ну не кажется, что прям вот дико окупает. Вот я думаю, что у нас еще все впереди, пацаны. 510 рублей контракт, сейчас проверим, что вообще. Какой шанс есть? 700 рублей, 100 трека, Vice 7, Firetail. Ну, неплохо. Можно даже его попробовать апгрейднуть. И, допустим, какую-нибудь золотую спиральку. 65%, я думаю, ну, шанс того, что она нам выпадет, хороший. Хороший? А, ну, я понял, ладно. 2300, пацаны, ну, я не знаю. Ну, как так? 2300. Ладно, давай откроем Silent Case. Сегодня будем открывать медленно, что-то мне в последнее время, пацаны, не нравится быстро прям фигачить, что-то я прям не кайфую. По-моему, этот юсп стоит дороже, да, 112 рублей, попробовать еще, сразу же крутится новый Ориончик, ну, здесь на самом деле неплохие такие скины могут упасть, давайте еще попробуем. По 100 рублей, тем более кейс стоит, не так уж это и много, вот все время Орион пролетает, знаешь, как обидно, блин, сайт, 24 рубля, давай, ладно, еще разок. Попробуем сделать контракт. О, подожди. А это уже тут 250 рубасов. Давай еще раз. Ну, хоть как-то окупил, почему нет? Ой, лучше бы не открывали следующим кейсом, походу, пацаны. Ладно, 65 рублей, не так уж и плохо. Ну, в целом, мы вроде даже как в нуле находимся. Смотри, 515 рублей стоимость скинов. Опять же, до полторушки может упасть. Давай посмотрим сейчас, упадет он или нет до полторушки. 430, ну вот такое себе, как говорится, 2300, короче, итоговая цель, какой-нибудь скин за 2,5 там забрать, за 3 и еще какой-нибудь за двушечку, то есть 2 скина по 2500 хочу забрать сегодня, а медуза, тайна, о, давай разок тайна попробуем, понимаю, что дорого стоит, но может рискнем, что выпадет хорошее, эмочка Сарекс, кстати, вот сколько ты можешь стоить, 768, нормально, почти на 200 рублей купил, давай смотреть, что будет дальше. Вот это, кстати, наверное, не будет окупать, да, на 100 рублей минус, и еще разок. Вот чисто попробуем, может быть, что все-таки механопушка, это должно быть окупная тема, 100%, 642, еще давай попробуем. Ну, не знаю, ребят, пока что не вижу дикого окупа, а он есть, но в целом баланс еще в минусе, 642 рубля.
Может быть, все-таки апгрейд. Возьмем самую такую недорогую пушечку. По шансу, я думаю, что мы возьмем? По цене давай. Ого, что есть? Даже такое есть. Хорошо. Но пока что нас интересует вот 65%. Это наш шанс. Давай проверим, как он будет выдавать. Стой. Хорошо, МК есть. МК есть, и это хорошо. Можно и поесть. 760 рублей. Давай тогда фейт. Я очень люблю этот скин. И попробуем его тоже апгрейдить. Не знаю, получится, не получится. Но что-то не получается, парни. Ладно, ладно. Тогда в этом случае, ну, можно сделать контракт обмена такой, да и не париться, в принципе. Давай, Танос, поехали. Поехали, Танос. А, вот это вот дорого бы стоило. Сколько ты стоишь? 94 рубля, ладно. Дадим ему второй шанс, Таносу. Механопушка. Кстати, ультрафиолет это тоже должно быть хорошо. А, нет, ничего-то он мало стоит. Тогда, ладно, сделаем контрактик. Тут получается 1500 рублей. Это вся стоимость скинов, которая у нас присутствует на данный момент. И давайте сделаем это. 1500 превращается в 1346. Ладно, мы продадим. И чисто вот на последние деньги перчатку бесконечности полетел. 1000 рублей стоит кейс, не подведи. Ой, великий демон, перчатки. И 600 рублей. Ну, давай еще раз. Ладно, ребята, к сожалению, вроде как нам сегодня не повезло. Но я думаю, это не беда. Вы все равно ставьте обязательно этому ролику лайк. Подписывайтесь на канал, потому что я буду записывать ролики чаще. Зато вы видите, что сайт честный. Может проиграть, может поднять. У меня есть ролики, где я на нем поднимаюсь. Но сегодня, видимо, ролик исключение. Блин, ну видите, да, не везет особо. Ладно, ребят, в любом случае ролик снят. Я думаю, интересные позиции я вам показал. Промокодик и халява есть в описании. У микрофона был Бог. Увидимся. Пока-пока.